В отделении переливания крови Одинцовской областной больницы 9 сентября пройдет донорская акция, направленная на поддержание запасов донорской крови и ее компонентов не только в Одинцовском округе, но и всей Московской области. Учитывая сложившуюся эпидобстановку, их необходимо пополнить. Если вы старше 18 лет и не имеете хронических заболеваний, приходите 9 сентября в отделение переливания крови. Заранее ознакомьтесь с правилами подготовки к донации и не забудьте взять с собой паспорт.